Короче, хочу с вами поделиться информацией о спикер-симуляторах, а вот о таких вещах. В общем, какая основная проблема? Каждый комбик звучит по-разному. Каждый динамик звучит по-разному. Все, блядь, по-разному звучит. И хочется найти какой-то универсальный способ, чтобы, воткнувшись в любой пульт, со своими овердрайвами, с примочками, там, с реверами, именно чтобы тембр чистого звука и перегруза был правильным. Я пробовал, мне нравится гитаррик, ну так, относительно нравится. Я пробовал покупать такую штуку, напольную карту с кнопками. Работал на концертах. Я ее сразу же продал после первого концерта, потому что, блядь, ощущение такое, как будто вы сняли микрофоном с комбика сигнал и включили во второй комбик, какой-то двойной преамп, двойная какая-то, короче, зажатый такой звук, неправильный. Я продал. Совсем недавно я покупал Пангею за 10 тысяч рублей. Думал, меня это спасет на импульсах, все. Такая же история. Включаю в линию или в разрыв комбаря, но в основном это для линий как бы покупалось. Уже эквалайзеры крутил и что только не делал. Опять та же история. Звучание какое-то зажатое. Невозможно как бы работать. То есть саунд такой, что это не саунд для музыки. Какое-то звучание неправильное. Вот я недавно продал. Я не знаю, кто-нибудь может помочь найти какое-то решение по вот спикер симуляции. Недавно пробовал просто обычный за 1500 D-Box какой-то китайский, там спикер симулятор. Я просто его включил, поставил эквалайзер 10-полосный. И мне понравилось даже, как звучит больше. Если у вас есть какие-то, пацаны, там решения, у кого есть какой-то опыт, но меня интересуют бюджетные средства. Не интересуют какие-то примочки за 30 тысяч, которые опять я куплю и опять продам. Процессор покупал Line 6 под 500 какой-то там HD. Мне вообще не понравилось. Какая-то херня. Все пресеты, все варианты звучания какие-то. Ну, короче, может, не для того саунда, который я хотел бы, которого хотел бы я достичь. Вот такая вот ситуация. Если есть какие-то у вас варианты рабочие, присылайте в комментарии. Очень буду вам благодарен.